Всем привет, наши дорогие и уважаемые подписчики. Сегодня мы хотим вам показать еще один лего набор. Совершенно лего. Огромный совершенно. Китайский. Ну, набор китайский, да, конструктор, как лего сделанный. Значит, набор про военных. Скорее всего, это война британцев. Ну, я думаю, что с немцами, скорее всего, потому что, похоже, у них там какие-то кресты там, но не такие, как были у немцев. Но сейчас эту тематику использовать нельзя. Вот, дабы избежать пропаганды нехорошей. И вас мы этому учить не будем. Но, в общем, плохие вот с крестами. Вот. А хорошие они вот такие вот. Зелененькие. Со звездочками. Со звездочками. Вот. Значит, что у нас есть в наборе? Сейчас мы уберем коробку. У нас есть башня, у нас есть машина, у нас есть мотоцикл с КСКой и самолет. Да, на самом деле очень интересно сделан набор. Вот смотрите, какой интересный у них мотоцикл с коляской. Такого нету, наверное, лего. Я такого в лего вообще не видел. У него здесь вот двигается там колесо. Ну, если вы видишь, скажите, напишите комментарий. Какой-то прям генерал здесь, да, злой такой, с пулеметом он в атаке. Вот, водитель у него. Клевый очень такой мотоцикл с коляской. Колеса, вот, немножко... Очень хорошо, кстати, катается. Поменять местоположение. Можно вот так, а можно вот так. Да. Все. Вот. Но это вот те, кто воюет за хорошую сторону. Значит, вот противники. Противников я даже не знаю, что это за машина. Это, видимо, какая-то типа баги, что ли. Вот что у нее военная здесь? Военная машина. Да, тоже у нее здесь есть пулемет. Выпрыгнул от страха. Выпрыгнул от страха. Вот видите, какой он? Очень похоже на... Вот товарищи, которые в 41-м году хотели завоевать весь мир. Видите, какие вот чуваки такие. И форма очень похожая у них. Захватчики такие вот. Ну, кое-как непонятно одно, почему у них бежевое лицо, а у них желтое. Да, почему-то у плохих здесь желтое лицо. Значит, вот здесь кабина, она снимается, чтобы можно было туда посадить. Вот, сзади место для пулеметчика. Он не летает, он просто за пулемет держится. Вот, на самом деле тоже очень прикольно сделано у них оружие и вообще все. Машинка такая тоже качественная. Вот, мы, естественно, все склеили. Ездит бензин. Хорошо, вон же. Бензин у него здесь. Даже две. Канистры у него, рация. Он с пулеметом. Та-т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 а. Вот. Стекло у него двигается. Есть еще классный самолет. Смотрите, какой самолет. Вот у него так крутится пропеллер. Он как хорошо, кстати, очень крутится пропеллер. Здесь у него как будто бы такие пулеметы сделаны. Вот, тоже, между прочим, интересный такой самолет. Кабина у него открывается. Там у него внутри сидит пилот в такой же форме. Самолет сделан по мотивам вот как раз вот старого времени Второй мировой войны. Вот. Очень, очень похож. Двигатель такой у него впереди здесь. Классный. Вот. Очень классный еще здесь замок. А сам замок. Можно перестраивать. Да, замок можно перестраивать. Вот он сейчас у нас собран вот в таком вот виде. Сейчас мы вам покажем. Значит, он модульный, у него вот эти части, они у него отделяются все достаточно просто. Вот, эта часть у него, вторая вот эта, она у него складывается как бы назад, делает такой вот дом. Папа, можно я покажу? Смотрите, как там интересно внутри. Вот, смотрите. Да, там карта есть мира, здесь вот... Оружейная комната. Оружие у них здесь находится. Вон, видите, как сделано? Как интересно. Наверху в башне там какой-то командный пункт наблюдательный. Она так сделана еще вся, как бы из стекла башня. Какие-то карты там у них. Вон, можно видите, я сделаю? Здорово. Построю, попробую что-то. Да, конечно, построю по-другому. Так. Вот человечка, вот отсюда снайпер уберем. Вот еще, кстати, здесь есть такой снайпер. Интересный очень. Вон какая у него
Что это за оружие? Снайперская винтовка. Видишь, с оптическим прицелом. Кстати, здесь тоже пустые. Да, оружие. Мушкеты там какие-то, ружья. Ну, давай, перестраивай. Я стою. Так. Так. Но. Как-то эти пробы устроить мне. Можно еще вот так. Ой, это так и будет. Так, ну. Можно, да, вот в эту сторону. Видите, как бы получается. Если вот эту часть повернуть, вот так, получается, как такой здесь внутренний дворик. Угу. Да. И можно еще по-другому. Есть много вариантов. Да, вариантов очень много. Вот так вот получается. Вот, а можно еще сделать вот так. Смотрите, сейчас я покажу, как можно сделать. Как-то я его ставил, помнишь, наверх. Да? Нет. А, я ставил вот эту сюда. Соединял две вот этих части. Вот так вот. И ставил вот эту часть наверх. А это? Вот тут так вот она, смотрите, как соединяется. Во, какая башня получается. Видите, большая. Тоже очень интересно. Там, кстати, есть внутри, здесь где-то, ящик с оружием. Вот здесь такой есть ящик. И там всякое оружие лежит, там какие-то это там гарпун. Гарпуны там есть, какие-то у Алёшки там бинокли лежат. И подставка какая-то, два оружия. Да, вот так вот он выглядит сзади, да? О, покажи эту комнату, где... Я уже показывал комнату, покажу. Да. Вот такой вот прикольный, достаточно он большой такой по размерам, вот если с моей рукой сравнивать. Я думаю, что он в высоту сантиметров, наверное, 30. Карту показать. Показывал уже карту. Вот такой вот клевый вот набор. Мы хотели снять видео для вас вчера, но вчера у меня не было времени, Алексей очень расстроился. Поэтому я сегодня прибежал на обед, чтобы снять с Алешкой видео. Специально для вас. Вот, играйте в Лего, развивайте свою фантазию. Собирайте новые конструкторы. И обязательно с нами делитесь. Может быть, вышли какие-то новые лего, которые мы еще не собирали, мы не знаем. Мы обязательно купим для вас их и соберем. Правда, Алешка? Да. Вот. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!